Из-за коронавируса и ограничений праздник перейдет в интерактивную форму. Площадки проведения трансляций и в интернете, и на ТВ. В списке цифровые платформы, мобильное приложение «Северсталь.Инфо», официальный канал компании в Ютубе, страница гендиректора Евгения Виноградова во ВКонтакте и телевизионная платформа генерального партнера медиацентра канал 12 «Русский Север» в пятницу 17 июля. С 10 до 17.00 мы увидим весь цикл производства, а самое главное, мы увидим людей, которые создают то, что потом является главной ценностью, главным продуктом нашей компании. И увидим этих людей в необычных ситуациях. Мы будем приглашать к нам гостей. Площадка будет необычная, откуда мы будем вести трансляции, это будет музей металлургической промышленности. Праздничная неделя стартует 13 июля на цифровых платформах. Лучшие из лучших будут удостоены наград различного уровня, от корпоративных до государственных. В общей сложности около 600 человек получат благодарственные письма и грамоты президента, губернатора, ЗСО, мэра и руководства «Северстали». В формате ток-шоу во вторник проведут эстафету добра. Там отметят заслуги представителей волонтерского движения «Северстали». В течение недели будут показаны лучшие моменты корпоративных мероприятий «Мисс Север». «Сталь», выступления артистов для ветеранов и гала-концерты прошлых лет. Но будут и новшества, которых раньше не было. Впервые мы проводим лотерею среди сотрудников компании. Мы разыграем 65 призов. Цифра не случайная, она соответствует нашим годам, да, нашего комбината. И информационная система случайным образом выберет 65 сотрудников комбината, которые станут обладателями этих юбилейных призов. Свой сюрприз к празднику готовят в Центре корпоративного питания. Хотят испечь самый большой в своей истории пирог. Подарок металлургам готовят организаторы автоелки. Подробности не раскрываем. Внести свою лепту в интерактивный телемарафон может любой желающий. На «Северстали» объявили два конкурса. Давайте все вместе придумаем название нашему телемарафону. И, естественно, лучший получит корпоративный подарок от компании «Северсталь». Второе. Мы хотим всем вместе спеть песню «Заводская проходная» из известного фильма «Весна на Заречной улице». Поэтому мы приглашаем всех, кто желает, спеть эту песню, записать ее на любое устройство, которое вам комфортно, и прислать точно так же на эти же электронные адреса, которые указаны сейчас на телеэкране. Ярким украшением телемарафона станет выступление музыкантов на промплощадке. Чтобы пригласить группу, сейчас решают вопросы безопасности. Еще одно выступление, теперь уже оркестр, планируется в Музее металлургической промышленности. Одним словом, программа насыщенная. Отметить праздник, не рискуя заразиться коронавирусом, сможет любой желающий. Рафик Исаев, Егор Плюснин, новости.